Все делают вид, что что-то происходит. Я рискну и сыграю, а потом выходишь на сцену, и не получилось. Что такое сложное? Чем сложнее музыка, тем меньше народу тебя понимает. Вот здесь, кстати, по форме все правильно сделано. Я сейчас петь не буду, потому что я... Привет, ребята! Привет, мои дорогие акустики! Ну что, продолжим? Сегодня такое у нас мероприятие. Очень сложная пара, очень сложная. Потому что будет Дмитрий Купавых. Действительно, интеллект у человека зашкаливает. И даже мне кажется, что он тут очень перемудрил. Я это видел там живыми глазами в батле. И мы с ним долго общались. И вот, и вижу очень мощный потенциал. И вот, и сложной гармонии. Но мы с вами говорим о гармониях и мелодии. И вот вам такой пример сейчас, когда человек перемудрил просто. Давайте посмотрим. Начнется битва, Дмитрий Купавых на сцене! Погнали! Да, с Денисом он будет рубиться. Ритм кочевый. А Дима там, ну, он очень сильно волновался, и он это сам говорил, и в интервью говорил. Вот это, конечно, такое, это полдела на самом деле, быть в очень хорошем, таком устойчивом психологическом состоянии, чтобы выдать. А у него есть потенциал огромный. И вот здесь он вот 30 секунд сыграл, и уже такая рассыпуха пошла. Немножко неровно, конечно. И самая главная мысль. Если бы он собрал это в единое зерно, блин, это было бы, вообще была бы бомба. Мы с вами слушаем, наверное, тему А. Это как бы первый. Вот, за это надо зацепиться. Да. Такое, ребят, интересное состояние, когда стоишь там в гримерке за кулисами. Все просто там, все просто пилорамят. Да-да-да-да, потом на сцену выходят, руки зажаты. Все, приехали. Как этот Сергей Табачников говорил. Типа, у меня начинается такое состояние, меня сводит мышцы. Вот, вот сейчас у Димы такое происходит. Конечно, да. Нет полета какой-то мелодии там. Есть какие-то... Но это все надо устаканить. Сколько мыслей? Да не надо. Даже Пете, по-моему, трудно играть. Барабанщику. Там все между чего-то такое. А, опять мимо. Да.
автоматчиков смотрят, офигевают. Чё такое сложное? Все делают вид, что что-то происходит. Это, ребята, это называется поиски. Вот опять-таки, стратегия. То есть, наверное, так и назовем. Перемудрил. Потому что здесь вроде ты вышел, и надо собрать все, но еще важный элемент, чтобы тебя поняли все. Дима тут находится в каких-то поисках. Там сыграл, вроде там. Ну, это, короче говоря, какая-то сумбурная пока неразбериха. Но видно, что интеллект-то есть. И, наверное, если заглянуть там какой-нибудь плейлист, есть вещи очень интересные. Он мне говорил такие вещи, что я люблю там такие, знаете, на всякие там 5 плюс 3 играть, то есть разные там. То есть раз-два. Это, кстати, очень сложно. А он это все любит. И вот он тут на самом деле перемудрил. Вот уже дело к концу идет. А ничего не произошло. Поиски. Сама вот эта музыка, фьюжн, она уже, конечно, предполагает такое мышление гармоническое. У Димы все это есть. То есть это рок-звук плюс гармония, плюс ритмика, да? Но такая сложноватая штука. Поэтому он играет крутые штуки, но их надо опять-таки, наверное, не здесь играть, не в этом конкурсе. Потому что здесь такая неопределенность. Вот и все, ребята. И кода. Почему у всех кода-то страдает, я не понимаю. Что-то там произошло и вот вам. Финала нет. Такого финала. А финал можно сделать опять-таки тем, что мы можем повторить главную задачу. Вот, кстати, если вы замечали, некоторые такие поэты и вот поэты-песенники. У меня есть такой друг Андрей Козловский, он такой бард-блюз. Эта тусовка его очень хорошо знает. Так вот, у него, когда я смотрел тексты, он первый свой посыл, вот эта вот такая психологическая нагрузка идет, он что-то сказал, и дальше идет описание. И в конце он опять повторяет. И такой, знаете, смысл появляется. То есть все, что он сказал, а вы еще додумайте то, что я сказал, он вам повторил. А здесь получается, что ты даже не повторил то, что ты в зерно вот это вот нес, и оно вот совсем куда-то опять улетело. Это похоже на форму построения, вот Надя играла Рахмеева. Там тоже куда-то пум пришло, и что-то непонятное все. Короче говоря, вот так вот. Дмитрий Купавых! На мой взгляд, несмотря на вот эти сложные ритмы, весьма миленько получилось. Отлично, мы продолжаем. Друзья, привет! Небольшой анонс. Мы снимаем курс по гармонии по просьбе трудящихся. Скоро вы вкусите всю гармонию, почувствуете музыку и будете королями аккордов. Из Екатеринбурга наносит ответный удар. Екатеринбург пошел. Давай, жги. Вот сразу. Все. Танцуем, все пляшем. Можно еще пиво? Вот так вот все происходит. Вот смотрите. Конечно, кто вы думаете тут победит? Естественно. Но я не осуждаю. Потому что все должно быть в меру.
все он сказал. То есть тут уже идет нагрузка ритмическая. Ничего делать-то не надо уже. Все, все работает. А там дальше поставь, ну, по уровню вот такого же гитариста. И, кстати, вот как бы тут сыграл Купавых, наверное, не знаю. Ну, мне кажется, интересно бы сыграл. Вот. А когда ставит человек вот на вот это все, ну, есть такой же закон. Чем сложнее музыка, тем меньше народу тебя понимает. Вот. Рок понимает очень много. Вы посмотрите, сколько там джаз понимает. Совсем какие-то крупицы. Вот. И поэтому тут происходит вот такая вот математика. И Денис Чекунов правильно сделал. Это стратегия конкурса. Тебя поймут. А поймут еще и наставники. Они же не поняли, что Купавых сыграл. Да, вот, ребят, тут что с гармонией происходит? Попсовая такая мелодия. Даже вот так вот. Примерно. Могу ошибаться, не слышу бас, что там. Тут как бы опять-таки почва для пентатоники, вашей любимой. Можно играть бесконечно. И вот поэтому опять-таки все решила стратегия. По сути, такая музыка, ну, это мы на радио можем включить там Питер FM, и тут будет куча такой музыки. Да, у Дениса есть такое хорошее качество, то есть он этой музыкой живет, он в ней вращается, и у него есть такое очень хорошее качество. Он тоже, как вот Плотников, он стабильно играет. То есть он это уже наигранно легко, поэтому он как рыба в воде здесь. Нормально, нормально. Но вот влево-вправо чего-то интересного там мы тут уже не ждем. Потому что тут опять-таки построение такое попсовое и все на пентатонике. Но опять-таки это стратегия. Вот здесь, кстати, по форме все правильно сделано. Да. Это вот такая, ребят, музыка, которая, знаете, как трек готовит на радио, она очень форматная. Вот этот Денис молодец, он с одной стороны, ну, допустим, мне неинтересно, хорошо, но куча людей, там вот пришли люди, они кайфуют. И Денис сделал правильный формат, отформатировал.
Еще плюс у него правильная форма. Мелодия простая, сразу ритм пошел, под который можно там плясать. Да, Купавых там хотел заставить, наверное, чтобы люди подумали, как все это можно сделать. Но там, к сожалению, психологическое состояние все-таки оставляет желать лучшего. Тут это тоже такие тренинги, надо выступать постоянно, обыгрываться. И вот это, говорю, такая составляющая, которая может отнять половину вообще, 50% убрать, и ты там ничего не сделаешь. Вот. И поэтому у Дениса тут все наиграно, все по форме. И вот здесь какой-то он сделал контраст. И дальше, естественно, вот смотрите, наверное, он правильно будет заканчивать. Взял тему А, раскрутил ее, поиграл, дальше пентатоники накидал. Третья часть у него, естественно, он все отпустил. Но для чего отпустил? Чтобы опять подготовить вас к той теме. И вот это абсолютно правильно. К той теме АА, которая у нас называется. Главная тема. Сейчас, наверное, будет тема А. Это все развитие, подготовка. Вот, смотрите, ребята, он тоже очень волновался и справился. А еще очень важный момент, вот я вам скажу, нужно рассчитывать свои силы. То есть, да, дома ты можешь там в мечтах важных сказать, что да, я же это играю, я рискну и сыграю, а потом выходишь на сцену и не получилось. И поэтому нужно рассчитывать свои силы, потому что мы все дома умеем и знаем, как это делать. А вот когда ты на сцене, нужно понимать, что у тебя сыграет какие-то, только какая-то доля процентов. А все остальное уйдет просто на психику вашу. И у Дениса он не загнул тут палку какую-то, так сказать, чтобы там что-то, какие-то запилы страшные были. Все в пределах разумного. Но он с этим справляется. Вот и весь результат. Тема А. Да, это такой рок-формат. Все его понимают. И вот есть такое в церкви, такое есть причастие, когда причащаются, причастие к Богу. А тут получается причастие зрителя к тому, что ты делаешь. Если они тебя понимают, да, они будут с тобой. А если они не понимают, вот как Диму, там сложно понять. Вот, поэтому здесь он всех причастил, так скажем. Девушка. О, вот здесь такой момент. Девушка вышла, да, все там, все, наверное, красиво. И дело в том, что вот она поет, а ноты вот эти гуляют. Сама гитара, а это такой тоже какой-то, можно сказать, ударный инструмент, потому что звук формируется и четкое, да, туше, вот это прикосновение. И есть уже сформированный звук от удара. Это на фортепиано так. А вот есть инструменты духовые, допустим, флейта. Она может еще сыграть на вашем дыхании где-то и сформироваться звук может быть позже. Так вот это называется как бы поставленный голос, наверное. Смотрите, вот Валерий Кипелов, там, допустим, мой любимый в рок-музыке наш исполнитель, он все это делает очень круто, вы знаете, сами, без меня. Там, допустим, слушайте AC/DC, там тоже чувак совсем в другой теме, но, блин, все вот эти вот моменты, тесситуры, они достают. А здесь немножко голос такой размыт. Поэтому у меня вопрос, вот, то ли у нее классическое образование, потому что в оперной там, технике такое применяется, а в джазовой, допустим, в эстрадной такого нет. Он, посмотрите, удоленный, там какие-то попадания четкие. Там. Вот это все гуляние. Ну да, народу нравится. Вот, видите, какая стратегия у Дениса. Все это в ШИЗУ, все, что там играл Дима Купавых, все победит.
Вот, кстати, да, из попсы пример. Еду в машине и слушаю. В штанах. Тара-па-да-па-дап, тара-та-да-та-дап, у шнура. И там девушка поет просто обалденно. То есть у нее все ноты, они именно вот это вот сам вокал построен на такой какой-то школе. Это сразу чувствуется. Она, блин, прокачивалась. То есть это сложно сделать, чтобы нота четко сразу попадала. Вот ставилась прямо. И там все круто. Шнур знает, кого брать. А вот здесь вот так, туда-сюда гуляние. Я сейчас петь не буду, потому что я ж, сами понимаете. Вот. И дело тут в том, что, конечно, это я опять придираюсь. Можно было бы, конечно, и круче это все сделать. Девушку надо было вперед, чтобы она вышла к Денису. Ну вот, хорошая нота. Вот простой пример. Так, делаем вывод, друзья. Здесь как раз все это дело можно испортить тем, что посчитать, ну, что я самый умный. Вот смотрите, как в кулинарии, да, у нас есть куча специй, но они должны только какие-то краски. Играют краски, но не мешают главному вкусу. Это всего лишь оттенки, да. А здесь Дима Купавых, он искал, ну, искать-то надо дома. И еще вот эту стратегию, понимать, что ты должен сделать для того, чтобы пройти. Тут, конечно, народ, и я-то тоже, и наставники, естественно, они совсем не понимают, что там Дима делает. Вот, там, не дай бог, вот так вот сесть, и у тебя там будет Дима Купалых. Тут от человека уже не переделаешь. То есть можно там поработать, но должно быть какие-то определенные вещи. Я вот раньше фанкетсы там слушал, там есть такая команда Центрифуга Фанк, послушайте. Там тему так подают, но над ней работают, конечно, да. Вот, а потом месяц, зверский месяц. А здесь получается, что да, перемудрил человек, а Денис интеллектуально уже все сделал в голове. Он понимал, что вот в этой стратегии, в этом конкретном батле, я думаю, что у Дениса тоже там потенциал. Мы же с ним джемили, там Gypsy Jazz играли. Он тоже говорит, мне нравится, я вот хочу вот это играть. И вот. И у него такой потенциал огромный. И это клево, когда человек смотрит в разные жанры, тогда он еще и развивается. И вот Денис здесь четко понимал, что нужно делать, и все. Ну, еще и плюс там вот эти вот вокальные дела. Это уже для народа. Вот. Вот так получился наш сегодня обзор. Поэтому со всем уважением ко всем ребятам, исполнителям, мы с вами, еще раз говорю, занимаемся музыкой, смотрим, есть ли здесь она, и смотрим, что происходит на сцене. Вот. Я, заметили, не касаюсь, когда там кто-то чего-то обсуждает или говорит, это мне вообще не интересно. Это не мои дела. Вот. А здесь то, что на грифе, то, что на сцене, это все про нас. Поэтому, друзья, спасибо вам за просмотры. Будем ждать новых батлов. Пока!